на плате Tikkun. Где-то короткая. Как искать это короткое? Подключил питание минус плюс 12 вольт. И к лабораторнику. Он сейчас настроен на 12 вольт. И ограничение сделал 1 ампер. Вот подключаю. 950 миллиампер. Напряжение сразу упало. Защита потоку сработала. И ищем пальцем вот в этом месте. Я нашел нагрев. Я думал сначала микросхема вот эта, но оказалось нет. Прикладываем какой-нибудь чек магазинский. Вот видно, что греется конденсатор. Вот прикладываем чек и греется конденсатор. Микросхема не греется. Питание выключил, меряем конденсатор. Прозваниваем. Вот 11, 10 Ом. Надо его выпаять. Меряем место, где стоял конденсатор. Все, короткое пропало. А вот и сам конденсатор. Нашел точно такую же плату Tikkun. Сейчас вот этот конденсатор достану и поставлю на место. Вот здесь он в норме. Вот теперь все нормально.